страйкбольная версия пистолета Glock 22 от японского производителя компании Tokyo Marui. В комплекте мы имеем инструкцию, сам пистолет, пластиковый шомпол, грингаз-магазин, небольшое количество шаров, заглушку, сменную пятку на магазин и фиксаторы в магазин. Они нужны, если вы хотите холостить с пистолетом без использования шаров и при этом не хотите, чтобы пистолет вставал на затворную задержку. Материалы изготовления. Затвор пластиковый, рамка пластиковая, спусковой крючок пластиковый. Прицельные приспособления, мушка и целик. Органы управления. Спусковой крючок с автоматическим предохранителем. Кнопка сброса затворной задержки. Кнопка отмыкания магазина. Механический предохранитель, замаскированный под серийный номер. И рычаг фиксатора затвора. В нижней части планки есть крепление для дополнительного оборудования, например, фонарика или ЛЦУ. Емкость магазина 25 шаров. Для того, чтобы заправить магазин газом, необходимо сдвинуть пятку. Клапан стандартно для магазинов от Tokyo Marui шумного типа. У данного пистолета есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за фиксаторы затвора, снять затвор. Регулировка происходит с помощью вот этого колеса. Чтобы произвести выстрел, необходимо наполнить магазин шарами, наполнить магазин газом, примкнуть магазин, снять пистолет с предохранителя, взвести затвор, можно стрелять.